по делам, да? Каштанев наелись, нажарились. Что-то это не так нехорошо, прям по себе чувствую. Да. Что-то это... Прям нехорошо. Какие-то левые они были. Да. Не зря я не подбивалась на это 21 год, да? Угу. Гадость жуткая. Ну вот мы вам сейчас чуть говорили, одеяло мы все запаковали, да, почти что. И перед отъездом остаток еще 3 одеялки также быстренько раз. Лизашка сбегает в магазин. Завтра съездит на велосипедике, купит недостающих 3 мешочка. Можно также будет и куртки, и штанишки. Я так думаю, теплые, мы с ней поедем и все приобретем, сложить. Да. Там, где мы, куда мы едем, там тоже есть пылесос, так что ну, в день отъезда также все таким же макаром поступить. Вакуум, да, сложить, убрать все. И будет более-менее компактно лежать. И хорошо. И это хорошо. Да. Так что сделаем. Так что. Ясно. Еще 5 дней, и мы уже, вот серьезно, ребята, уже крестиком рисуем на календарике. Ну, честно, я бы хоть час уехал. Во-во. Переночевать, я туда могу ехать, к Рональдо ехать, как себе домой. Да. Нам есть где остановиться. Приехать, включить свет, электричество да. пойдет, разложить вещи, спать, если он придет, глаза сделает, как говорится, большие. Мы скажем, здорово. Да, это мы. Да, мы это, уже это как мой. Все домой, да, это точно. Это точно. У нас вон дизель. Ойра 57. Да. Бензинчик Ойра 80. Так, сын еще сказал, что это мы еще жируем. У нас еще дешево. У него вообще по 2 евро. Да. Так что посмотрим, как долго еще жировать-то будем. С такими ценами. Ну, мы должны на велосипеды пересаживаться. Ну, не-не-не. Ладно. Все расскажем, все покажем. Попозже включимся. Так, Алексия. Мы вон пришли куда? Смотрите. Мы на карусели пришли. Вон, смотрите. И там, ну это мало все. Вот. Это еще маленькие люди. Маленькая, да, это очень мало все. Могу я с вами туда? Пожалуйста. Вас. Так, все, пошли. Деньги дам по 10 евро. У папы деньги. Один вопрос, где деньги? Все. Вот сладенькая какое. Видите, какая красота, да. Вот. Видишь? Вот здесь. Пойдем, Катя. Вас везут. Пойдем. Сейчас наших найдем. Вон. Вон все игрушки. Баба, что хочешь? Я ничего не хочу. Я тоже не пойду. Туда пойду. Пусть идут. Вот, смотрите. Так, где папа?
43. Ага, наш красавица сейчас поедет кататься. Ага, билетик, жетон. Ой, счастье. О, смотрите, как там. Лисаха тут уже была. Ну, помаши. Ага. Ой, счастье тут. Мамочки, а тут Лисаха вот сюда пойдет. О, мне где-то блеснуло. Обалдеть. Красотища, Лас-Вегас. А? А где наши тут? Во, действительно. Поднимай! Ты ей веси! А наверх! Кать! Так!
сели там. А здесь люди кушают. Вот, девчонки там, люди кушают. А здесь вон карусели какие. Вы меня, наверное, и не слышите. Так, где мои? Катюху пошли катать. Ну, сейчас в этом году очень маленький. Катя подошла. Ага. Ты тут? Катюха здесь. Заплатил? Дал их? Да. Ага. Ага. Ой, каждому свое, да? Что, папа, мы, может, тоже на этой? На лодочке. Мы, наверное, тоже на этой, да, пойдем? На лодочке. Вот сюда. Так, здесь вода моя. Ну, мало, мало. Маленький. Хотя, смотрите, вон он катается. Вон еще паровозик. Ага. Вон еще туда на паровозик пойдем, ее отведем. Да. Пошли на другую. Вот. Олег ее посадил. Вот. Доча? Да. Дальше. Вон гусеничка, или я не знаю, что это такое. Ну, гусеничка. Ага. Ага. Девчульки. Ага. Ага. Она не хочет ни с кем делиться. Не хочет ни с кем делиться. Ага. Ну, сейчас поедет. Вон покатились. А это вон наверху, вон. Катаются. So sehen Sie aus, so gehen Sie raus. Der nächste Teddy hat ein neues Zuhause. Die nächste Auswahl ist raus. Вон катаются. Ага. Счастливая! Ага. Вон. Вон лотереи. Сейчас, ага. Сейчас скольки тут полетят. Гусеница. Вау! Вон. Ага. Да, счастливые. В прошлом году не было у нас ничего. В прошлом году ничего не было, в этом году чуть-чуть, ну хоть довольные люди. Дети такие счастливые, у нас каникулы осенние начались. Да. Вот еще одна. Ага. Кир. Ага. Она хочет конфету? Что ты хочешь? А, лючу. Вон у нас клубника. Ой. Видишь? А мы орешки будем? Давай орешки возьмем. На выходе возьмем. Да? А там, где тут дешевле. Вот. А что вот так? Доча, ты довольна? Каникулы хорошие первые твои. У нас красота уже. Каникулы первые у нее. Так, нам еще двоих надо найти, да? Да, конфеты все. Попкорн, яблоки в глазури, что Лизаха делала. В шоколаде. Клубника, по-моему, да? Там орехи. Гость поет. Вот здесь мы с мамой всегда пили. Вот тут вот такая красота. Да. Так,
Вы что, уточек ловите, да? Ну? Молодец. Давай, 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 молодец. Давай, Вайда. Ну? Папа помогает. Не. Wir haben schon eine. Все переживает, что Билды. Вот я говорю, немцы очень болезненно относятся к съемке. Вот и спрашивают, вы, мол, помогай, помогай, там же игрушки будут. Ага. Давай. Давай, сюда просто. Ну-ну. Молодец, доча. Или папа, или у вас Mannschaft. Молодцы. Да. Я zwei. Вон, 2,50 стоит. Давай. Счастливое дитё. Да. А мы вот сюда сейчас, да? Счастливое так.